Играли мы, в общем, достаточно плохо, пропустили кучу мячей, очень обидно. Но противник был действительно сильный, они хорошо комбинировали, играли пятого. Мы проваливались в обороне очень много. Обидно, конечно, что так в сухую. Были, в принципе, чуть-чуть моментов, могли забить. Но противник очень хороший. Какие вы цели преследуете, играя в турнире? Ну, мы заявились первый раз в высший дивизион и хотим просто достойно выступить для начала, потому что уровень чуть не наш еще. Спасибо большое. Спасибо. По поводу игры, ну, игра хорошая была, то есть мы наиграем свои тактические планы на следующий сезон, то есть делаем указания тренера. Цели какие у вас? Цели просто наигрывать состав. Yeah.